Приветствую всех всем на канале, сегодня очередная серия на моем канале и опять карпаркинг, ребята. Возвращаюсь, иногда забрасываю, в принципе, просмотры набираем. Так, ребята, в прошлой серии мы с вами выиграли этот кабриолет, ну как выиграли, мы его обменяли. Конечно же, в нашу пользу у нас получилось сделать все. Так, давайте выберем какой-нибудь интересный цвет, сегодня поедем его продавать. Так, не знаю, давайте желтенький, наверное. Так, ну вот, нормально вроде. Так, делаем интересный какой-нибудь цвет. Так, не знаю, продадим сегодня или обменяем, вот. В принципе, так, ну давайте какой-нибудь интересный подберем. Приболел немножко, но в принципе не критично. Вот, сейчас все болеют. Наверное, я не знаю, ладно. Так, чё по цвету? Ну, цвет, наверное, какой-нибудь возьмем тогда оранжевый. Так, или бирюзовый. Блин, тяжело, на самом деле, с цветом сойтись, потому что нужно подобрать именно палитру, которая будет красиво выглядеть. Я делаю его во всех тонах, то есть и с палитрой, и с хамелеоном. Вот, нравится глянцевое покрытие. Так, тонировочку мы все полностью убираем. Дым сделать не можем. Вот, ребята, пишите в комментах, нравится ли вам и серии по карпаркингу. Пишите свои какие-либо предпочтения по этой игре. Потому что, в принципе, идей у меня много, но не знаю, понравятся ли они вам. Вот, прошлая серия набрала достаточно большое количество просмотров по соотношению аудитории. Вот. В принципе, не знаю, работать мне только перекупом или еще попробовать себя в других видах заработка в этой игре. Обязательно, наверное, пособираем кейсы в следующих сериях. Ну, блин, ребята, редко выходят, да, серии по игре. Но это связано сейчас с тем, что в честь 100 подписчиков делаю новое оформление. Вот, надеюсь, меня все поймут. Вот. Так, давайте, движок у нас стоит, в принципе, денег у нас не так уж и много, вот за 7000 можем себе взять какой-либо двигатель, но брать этого не... делать этого не будем. Так, давайте занизим. Так, ну, в принципе, наверное, все, потому что высоко слишком что-то мне не нравилось, как это выглядит. Вот, центр тяжести опустим вниз, назад, чтобы дрифтить было прикольно. И немножечко, наверное, тогда приподнимем все-таки ход подвески. Так, это у нас перед. Перед оставим. Извиняюсь за посторонние шумы. Ничего с этим поделать не могу. У нас соседи шумные, ребенок там живет. Вот, не могу же я к ним прийти и сказать. Я записываю видос, ребята, не мешайте, пожалуйста. Так, ну не знаю, что-то приподнялось немного. Что-то не нравится прям. Вот, давайте сбросим, наверное, подвеску. Ну вот, нормально, в принципе. Так, ладно, давайте поедем. Скажу сразу, я, в принципе, буду пиарить сейчас не российский рынок, а американский, потому что на нем выгоднее делать. Но все же давайте попробуем на русском, посмотрим, будет ли что-нибудь. Вот, в принципе, потому что прошлую машину я обменял на русском сервере, но в следующих сериях я буду все-таки играть на американском сервере, потому что... Блин, потому что просто быстрее. В России как бы не очень относится к данной деятельности. Вот, редко когда везет. Я иногда по часу сижу, жду, пока у меня купит автомобиль. И видео занимает довольно-таки большой промежуток времени в моей жизни. Вот, заедем на американский, там, на американский сервер. У нас там люди все-таки как-то подобрее. Вот, на рынке часто бывают. Так, берем кейсы. Кстати, ребята, давайте в следующем видео будем собирать кейсы. Как вы относитесь к данной ситуации? То есть, в принципе, я видел на ютубе, есть серии такие, они пользуются популярностью. В принципе, возьмем, наверное, карту именно город, потому что на ней больше всего людей катаются. Вот, и она такая как бы скомплексованная. Ладно, едем на рынок. Мне больше, кстати, всего нравится кататься именно на первой локации, это город. Второй город мне не так сильно нравится. Вот, так, кар-модель. Какая у нас, ну, напишем кабриолет, я не помню точного названия нашего автомобиля.
Так, кабриолет, вот, и цена. Ну, блин, какую цену нам поставить? Так, ну, давайте 50 тысяч, если что, цену сбросим. Вот, если вы могли, наверное, заметить, что я играю сейчас в карпаркинг на ультрах. Вот, да, купил себе новый телефон, если кому-нибудь будет интересно, на него обзорчик запишу. Но, блин, ладно, это, наверное, у нас будет не в тематику канала, и мало кому будет интересно, поэтому я эту тему как-то пропустил. А, вот. Раньше был iPhone, сейчас больше все-таки у меня идет контент именно игр на Android, поэтому как-то странно, да? Большинство все-таки игр у меня на Android, потому что некоторые не вышли на iPhone. Вот. Но iPhone у меня семерка была. Так, ну пишем тогда, пиаримся в чатике. Была семерка, сейчас купил себе Android, мощненький довольно-таки. Вот. Не очень люблю китайцев, но все-таки есть некоторые телефоны, которым соответствует фраза цена-качество. Вот. Тот же симулятор Минского метро я записывал на андроидике. И записывал все-таки на андроидике слабом. Вот, поэтому решил купить себе Android. Вот, хотя многие, кстати, просили у меня, ну блин, есть у тебя пикап, да, My Summer Car на Android. Но есть же игра, которая вышла совершенно недавно, и она лучше. Да, ребята, я перешел на Android, в связи с тем не могу все-таки снимать видео по данной игре. Если кому-то интересно, она называется... как она называется-то? Ладно, сейчас перейдем. Короче, экстренное переключение. Озвучиваю я после того, как заснял, конечно же. Ребята, купил Rolls-Royce за косарь. И догадайтесь, где я сейчас нахожу. Ребята, американский сервер, да. Так, нас просят обменять на BMW. Я не откажусь от такого, так, щедрого подарка. Короче, начал разговаривать на одну тему и резко перевернул все с ног на голову. Ребята, вот наша приора, да. И что мы за сегодня с вами получили? Rolls-Royce за косарь. Как вам такое, а? Ну, все-таки, я говорю, на американских серверах люди у нас... Так, вот у нас бэшечка, которую мы обменяли на наш кабриолет. Все-таки на американских серверах у нас люди пощедрее. Вот, давайте посмотрим. Так, вот эту... Кстати, блин, ребята, записываю только сейчас, недавно заметил. Рядом с нами на российском сервере продавался автомобиль за $1. Я не обратил на это внимания, прошу прощения. Вот, обратил внимание только когда монтирую. Ладно, игра называется по My Summer Car «Египетская жизнь». На английском языке это как бы подобие My Summer Car. Довольно-таки прикольная игра, по качеству очень напоминает My Summer Car. Ладно, вот зашел на рынок, давайте посмотрим, в принципе, что у нас по автомобилям. Вот наша бэшечка, она у нас получается в районе 200-250 тысяч. Потому что прошлая машина 180, а следующая уже 280, поэтому сложно сказать. Ну, будем продавать, конечно, по завышенной цене. И в следующей серии, наверное, Rolls-Royce с BMW-шечкой на что-нибудь интересное обменяем. Так. Делаем, наверное, беленькой с вами. В принципе, почему бы и нет. Вот, беленькая у нас бэшечка. Крышу черную оставлю, ребята. Крыша вообще топ. Мне нравятся черные крыши автомобилей. Так, сделаем максимальный глянец, насколько это возможно. Черные колеса, ребята, делаем с вами. Полностью максимум на черное. Все выкручиваем так, чтобы максимально блестело у нас. Так, тонировка у меня, как всегда, выкручена на минимум и поставлен черный цвет. Мне нравится довольно-таки. Получается максимально прозрачное стекло, без каких-нибудь отсветов. Так, по тюнингу давайте посмотрим, что у нас есть. В принципе, неплохо смотрится спойлерочки, но я не особый любитель таких вещей, портить машину. Для меня это как испортить машину, и как бы у всех вкусы разные, поэтому оставим без спойлера. Некоторым просто может не понравиться спойлер, из-за этого не купит машину. Вот, а так мы снизим немного цену и продадим без спойлера. И у нас ее, по крайней мере, купят. Ладно, на этом мы закончили тюнинг нашей BMW. И на этом мы заканчиваем эту серию. Ребята, пишите в комментах обязательно, какую идею вообще вы хотели бы увидеть в следующем ролике. Я обязательно прочитаю все комментарии и вас услышу.
Ну а сейчас будет незамысловатый переход на аутро.